Проверка АБХСС. Синагога одесская на Пересыпи. Неожиданно нагрянула АБХСС. Приходят, сидит человек, они говорят, мы из АБХСС, значит, вот мы с проверкой. Он говорит, пожалуйста, проверяйте, у меня все белое, пожалуйста, могу рассказать все, что у нас делается. Он говорит, инспектор, значит так, я знаю, что вы тут делаете свечки. Он говорит, да, у нас тут мы свечки делаем, потому что евреи жгут свечки по субботам, так мы делаем свечки. Понимаю, он говорит, но у вас остаются такие огарки небольшие. Он говорит, остаются. Что вы с ними делаете? Он говорит, мы их, знаете, собираем, все огарки собираем, то, что собирается за месяц. Ящик, специально у нас есть ящик для остатков свечей, его написано, остатки свечей. Его потом закрываем, эти остатки, на замок, отправляем в город, а потом из города нам присылают уже новые свечи, получается такой круговорот свечей в природе. То есть мы туда остатки, нам новые свечи. Он говорит, понятно, толково. А вот вы, я знаю, у вас мацапекарня здесь. Вы делаете мацу. Он говорит, мы делаем мацу, да. И вот вы едите же мацу. Он говорит, мы едим мацу, да. И у вас остаются крошки, да? Остаются крошки. Ну и что вы с ними делаете? Он говорит, мы берем эти крошки. Знаете, вот там вот. Вот так собираем. Вон у нас ящик стоит для остатков мацы. Мы туда складываем все эти крошки. Все. Потом закрываем на замок. Раз в месяц отсылаем это в город. Они что-то там перерабатывают, я не знаю. И присылают нам новую мацу. Получается такой круговорот мацы в природе. Вот так вот. И мы новую мацу, мы им старую, они новую. Он говорит, ну, и что, и... Понятно. А вот, вот я знаю, что у евреев принято вот у детей, у совсем маленьких, здесь крайнюю плоть, значит, отрезать. Он говорит, ну а как же, конечно, это обязательно мы это делаем. Ну и что вы с этим делаете? Он говорит, ну мы это собираем, все, у нас же дети многие делают, за месяц набегают, у нас ящик стоит, вот для крайней плоти мы это все собираем туда, потом на два замка, потому что это же, знаете, это же подсудное дело, закрываем и отсылаем в город, все. Тот говорит, подождите, и что вам из города присылают? Он говорит, ну сегодня, например, вас прислали.